отобрали ребятишек работу. Да. Специально делает так. Я с детства уже говорил. Ну какие же есть это там? 14. Куда доведется? Все время где-то. Мир тебе, всевидящее око. Так, Игорь, это Александр Николаевич. Теперь я уже такую ошибку не совершил. Я вот так сяду. Это не на разъезд. Я скажу ей. Ты правильно сел. Я думал, ты туда идешь. А что будет? Пропоем. Цари небесные, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди вселися в них, и очисти мы от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш небесный, слава тебе за Сына твоего Иисуса Христа, который умер за грехи наши и даровал нам оправдание в крови своей пречистой. Ты дал нам закон, по которому мы должны жить, и другим свидетельствовать о великой радости, которая явилась для людей. Благослови нас на благовестие и в этом году, если милости твои угодно. Приготовь все необходимое. Пошли добрых жителей вселения наше, знающих закон, любящих уставы твои. Прибудет с нами здесь. Уста наши наполни благодарением тебе, как многое мы получили от тебя. И поэтому строгий будет спрос с нас. Доведи нас всех до желаемой пристани, Господи, и навеки всели в райские обители. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Располагайтесь пока где-нибудь поближе. Так это можно сделать. Проходи вперед. Я говорил, там только один останется, кто-нибудь взрослый. Иди шевели там, чтобы никого не было. У нас сегодня день воскресный, как всегда. Ну, мороз, погода, уехали кого-то. Что-то вижу, что половина скамеек пустые. Но они обычны тем, что у нас принято было в свое время решение такое отмечать. Первое воскресенье месяца февраля, начало работы нашего сайта. Думаю, что это не в каждом храме, не в каждой общине, даже у баптистов и у других. Это слишком значимо. Это знаковое событие для нас. Потому что мы увидели в интернете больше, чем обычно люди идут туда за знанием. Я могу скачать любую книгу. Что меня интересует, могу все найти, посмотреть. Фотографии записанные, любой фильм можно найти. У нас форум имеет и сайт одно направление, главное, свидетельство, благовестие. И это признано не нами. Само название. Я попробовал в интернете найти подобное название. Его нету просто такого. Так там же миллионы. Сегодня уже речь идет о миллиардах. Те, которые пользуются интернетом, и нету. Меня пытаются зарегистрироваться на форуме, говорит, не зарегистрируешься. Ставлю фамилию, имя, говорит, такое уже есть.
Я что-то добавляю, говорит, и это уже есть. Ну, меня, ладно, так назвали по календарю, по святцам, я один. Я запустил ее фамилию везде. В разных твиттерах, фейсбуках, одноклассниках, контактах. Нигде нет, Лапкин Игнатий, никого нету. Ну, два. Два, это второй мой листик открытый, и все. То есть мы как-то сузили сами себя, свой поиск, свое настроение, намерение, путь, все заузили. Надо немного расширить. Узкий путь только в смысле греха, чтобы мы на грех не подвигались. Наш сайт называется «Во свете Библии». Просто и понятно. Сегодня уже допытываются и пытаются, а как так назвали, а почему так назвали. Ну, дай любую книгу, вот лежит сзади зеленая. Вот эту, подними ее. Вот это 13-й том нашей книги. Нашей книги вот выше где-то. Как? Смотрите. Вот если я открою ее, любая книга. Вопросы-ответы во свете Библии. То есть не то, что я хочу сказать, а что Бог скажет. А Бог открывает слово свое, замысл о человеке в Библии. И второе название дальше, это открытым оком. Чтобы человек понимал, для чего он живет. Свет воссиял во тьме. Если об этом говорится в свете, то мы должны сравнивать, какое преимущество у человека зрящего и незрящего. Человек получает информацию не одним органом чувств. Он может видеть, может слышать, может языком в темноте пощупать, горькое или сладкое. Может руками где-то пощупать. И может понюхать, что-то дымом пахнет. Даже в темноте спит. А вот для уверования нужен только один орган. Главное. А второе только подсобляет ему где-то. Это вера от слышания. И поэтому здесь мы можем сказать... проигрывают глухонемые. Им нужна особая помощь. Они не слышат. То есть они здесь в большем проигрыше, чем слепые. А количество информации, которое получает человек через 5 органов чувств, сконцентрировано на зрении. Я не знаю, какой процент, но где-то 87, кажется, процентов человек получает через зрение. А остальное где-то что-то как-то услышал. И вот у нас на это обращено большое внимание. Открытым оком. И где вы слышите слово это открытым оком, кажется, и открытый, мы знаем, двери открываем, форточки, и око глаз знаем. А вот совместимое такое, оно в Библии встречается. Притом дважды. И вот оттуда это было взято. Из книги чисел. И там у нас на каждой корочке это указано. Я немного дам статистики, я очень люблю математику, и статистикой закончим. Вот у нас сайт был открыт 25 января, вышел в эфир, сайт заработал наш, 2009 года, 5 лет, январь, 25-й конец, а форум заработал 7 февраля, и никто не подгадывал ничего, но только ровно на год позже. Ну и действительно, и как он раньше мог возникнуть, когда сайта нет. И это тоже мы не думали, не планировали, и как-то, ну, не само собой, это только говорим так. Вдруг находится человек, который начинает распространять, но надо распространять, знать что. Когда ничего нет, сайт как ты откроешь? Ну, страничку можно, если честно, в Одноклассниках, ВКонтакте, но сайт это... объемно что-то должно быть. Когда я услышал, что тут есть такой фотохудожник, к нам приходит Каспришин, и сказали, у него сайт есть. Я до того удивился, и к второму обратился, Вологуеву, который приходит. Я говорю, а я слышал у него там, такой, да нет, а о чем там будет? Я говорю, так а фотография? Да это там какое-то отделение в «Алтайской правде», это краевая газета, ему там предоставили уголок он где-то. Но открыть можно. За деньги сегодня все можно сделать. А что ты дашь? Здание можно построить, но наполнить его тем, чем бы ты хотел, для этого нужен труд. Вот это здание намного легче было построить, и построить вот эту улицу, и построить квартал, и может город, чем собрать вот этих людей. Однозначно. Чтобы эти люди пришли сюда, и чтобы они стали такими, какими стали, для этого нужно было от Адама трудиться, приготовить время сошествия с неба Иисуса Христа, чтобы люди потом от кого-то уверовали, услышали, изменили свою жизнь, и нас Дух Святой собрал. Это Дух Святой собирает.
где двое или трое собраны, не собрались, собраны силой Духа Святого. И собираются там, где есть слышание. Вера от слышания, слышание, а слышание от Слова Божия, не от разговоров, не от басен. Слышание много в храмах, говорят, а по Слову Божию нечего сказать. Патриарх другой раз говорит, минут 20, Слово Божие как будто он в руках не держал. Вот что удивительно. Нету. Если говорит проповедь, я слышу проповеди, записывает, отвечает на вопросы. Вообще Библии не нуждаются. Вот я смотрю, я их не боюсь, поэтому я называю их имена. Чего мне бояться-то? Люди боятся имя назвать. Я называю патриарха по имени. Был патриарх Алексей II с интернетом как. У меня я отвечаю, ему вопросы задают, 60 вопросов. И вопросы и ответы. Я их поместил в своей книге. А дальше делается разбор ответов. Разбор. Разбор этого в интернете, ну, на нашем сайте. Вопросы-ответы, и там отдельная папка. Вопросы-ответы. 60 вопросов. И из них примерно 3,5 отвечают правильно. Даже слишком малый процент. А вы уверены? Да не надо меня уверять. Я доказываю Слово Божие. Он говорит не по Слову Божию. А почему не по Слову Божию? Ну, он должен был бы ответить. Я могу только догадываться. Это привычки, они рождения свыше, бесстрашие перед Богом, боязнь властей. Все заложено в этом. Но Ридикер, фамилия его была. Известная кличка КГБ его Дроздов. Его больше так звали. Генерал от КГБ. Это я не знаю, но это открыто уже все. Вот нынешний патриарх Кирилл Гундяев. Я его тогда, он был митрополит, разбираю. Точно так же 60 вопросов, то у меня в книгах все есть. И его вопрос задают, и его ответ. А дальше я даю рассмотрение этого вопроса. Вот там побольше, допустим, 4,5 вопроса правильно ответил только. Да это же грамотнейшие люди, как много знают. Ничего этого я не отрицаю, но Бог будет спрашивать по слову своему. И когда люди приходят, задают вопрос, вот Дмитрию Смирнову выходит, а это по силовым структурам, как говорится, правая рука патриарха рядом. Я ни разу не видал у него Библию. И он отвечает на это по священному писанию, может быть, 1% только, не больше. Это перехватили власть от Бога на себя, взяли, ко мне люди пришли. Не ко мне они пришли. Люди в храм идут Бога славить, не свечки покупать. А они первым делом поставить комки, продажи, что-то, вот этот бизнес идет в храме. Люди пришли Бога прославить. Это дом мой, говорит Христос, мой. А вы хозяева вот себя ставите. Мой дом, ну, московской мэрии принадлежит храм Христа Спасителя. Он Богу принадлежит. Это внешние кирпичи, стоимость, земля, это кому угодно может принадлежать. Мой дом внутри. Но там порядки-то человеческие. Дошло до того, что пляшут выше головы, ноги поднимают. Больше нигде молитва не доходит о том, чтобы пропеть «Пресвятая там Богородица, прогони Путина». Это главный припев, повторяют. Как будто Бог нигде не услышит, решили, что здесь он услышит. А может, надо наоборот молиться, чтобы Бог сохранил его, этого Путина-то. Хоть продолжается мирная обстановка, налаживается как-то эта жизнь и прочее. Это все мутят там, говорится, из-за рубежа. Это и так понятно. Как на Украине сейчас жгут, там настоящая революция идет-то. Надо молиться, чтобы этот, написано, жизнь тихую и безмятежную. Мятеж – это революция. Безмятежную. Какие только хулы не идут от людей, не знающих Писания. Но за каждое слово отвечать надо. Не злослов царя и в тайной комнате. Ибо крылатое может перенести. Сердце царя в руке Господней. Это какие слова-то я говорю? Это из Библии слова. Я бы ниоткуда это не знал. Если бы не этот интернет. Поднимите руку сейчас, вот я немножко вам проверку устрою. Кто знает, кто изобрел интернет? Так, поднимайте руку. Ну там этот. Так, опустите руку. А кто вообще работает в интернете? Касается. Ну так вот вам, запомните его и молитесь за него. Мы вот молимся, я не могу забыть, потому что я ежедневно его поминаю в молитве. Он живой. Тимофей, Тим. Бернерс Ли. Тим Бернерс-Ли. Дети, у нас в лагере знают, кто изобрел интернет. Тимофей. И он живой. Зайдите в наш форум, зарядите слово интернет, и его все фотографии, как он работал. Телефоны все имеют. Кто мобильный телефон изобрел? Поднимите руку, кто знает? Понимаете, какое дело? Между прочим, я это задавал где-то в больших залах, а с одними офицерами в воинских частях, в милиции.
Ни один не знает. Хоть тут два человека хоть знают, как. Ездор говорит, других народов, Господи, ты их не наказываешь. У них ни одного нет святого. У нас хоть один святой найдется на страну. Мартин Купер. И тоже живой. И мы молимся за него, за Мартина. Верующие пользуются, чем должны помнить и быть благодарны Богу. Кто это сделал? Вы знаете, кто у нас наклеивал щи, шторки? Я постоянно напоминаю. Да это великое ли дело? Великое, мы закрыты, нас люди не видят. Этих людей нет по разным причинам. Но доброе дело их осталось. Вот этот флаг Российской Федерации подарил, купил священник Иоанн Суворов из города Тулы, батюшкин, давнишний друг. Еще пользуются поисковиками, попутно скажу, Библию, легко искать. Мне очень хотелось узнать, кто это сделал. Кто это так придумал-то? И кто помог? Я не знаю, где гаджет-то. Здесь нет она. Диакон наш, Александр Загуляев. Он его нашел. И я с ним связался, в контакт вошел. Вьетнамец. Русской Библией им пользуются священники, архиереи, патриарх, все пользуются. Тимофей, тоже Тимофей, Ха. Две буквы Ха. Ну можешь запомнить Ха. Когда подаешься, хоть вспомни его. Я ему послал книги, послал диски, поблагодарил его. И он рассказывает, как он обратился к Богу. И все эти люди обращаются не в православии. Православные рядом были, никто к нему не подошел. Мне эти люди нравятся открытостью. Он говорит, я был жестокосердный. Думаю, что же он такое натворил? Я как-то ехал на велосипеде, а большой был уже, лет, наверное, 9 было, это Тимофей Ха. А сзади шла моя мама и упала. Я повернулся и вижу, что упала, другие поднимают, а я не бросился с велосипедом, чтобы поднять ее. Какой же я жестокий-то был. И он это вспоминает, это в его пользу все говорит. И что главное, он не православный, он в поисковик вел все соборы православные, вселенские, поместные, правила святых отцов. Ну, явно дело, что не ему бы этим заниматься. Значит, для подвига всегда есть место. И вот у нас тут молодец. Сегодня кое-кого нет, у кого мы хотели, кто помогал, они на работе, иные никак. Становление нашего сайта и форума. Я выдам сейчас статистики немного. Вот, значит, сегодня 5 лет сайту и 4 форума. Где-то себе сохраните. У нас на форуме на сегодняшний день 1532 темы. Вы понимаете, что такое тема? Вот у нас тема, допустим, о собаках. Она, как обратился наш брат Сергей Павлович Пупков. И у него там посещений. Посещений. Ни у кого столько нету. 5 с лишним тысяч. Понимаете, это... Почему? Потому что он все время новое что-то вставляет. А всего-то ничего с собакой. И он показывает, как тренируется, все, я могу увидеть. Он вчера поставил, я уже посмотрел. И... Знаете как. Дальше. Посвящение у нас. Добавлено тем, в эту тему, тем всего 1532, а добавлено дополнительно туда 12417. То есть открыта тема, допустим, о беде, о сне, о Ленине. Там о Путине отдельно прям эта тема-то. А туда люди приходят и новые материалы вставляют. Там патриарха нашли, выступает в Иерусалиме туда. И вот представьте, 12 417. Это разные-разные люди, которые приходили и к этим темам добавляли. Но из них, из добавления из тем, 5948 мои. Это которые я поставил. А как это... А вот я расскажу, как это, и почему я об этом упоминаю. Потому что это сильно трогает людей. У нас на форуме 294 участника. В прошлом году было 1500. А нынче 294. Да как так? Там много и мало. Да так, что оказалось, залезли роботы. Засланные. Это было обнаружено. Я сидел несколько дней, и за 2 с лишним дня... 1200 роботов обнаружил и выбросил их. Заблокировал, выбросил. И каждый день, сегодня я работаю на форуме, примерно 50 роботов залазит. Особенно ночью. Иные залазят, ставят что-то, другие нет. И никто им не может преграду. Антиспам не работает. Там, где, когда
кто-то программу составлял, что-то сделал. Ни один программист не может сделать мне, помочь. Ни наши программисты, ни по интернету. Знатоки все, ничего нельзя сделать. Там стоит 3 семерки у нас, которые предохраняют, робот не может взять. Здесь пролазят. Примерно 50. Я их должен заблокировать, а потом уничтожить. Заблокировать, это у меня сколько операций на каждого. И каждый день маленько погодя опять зашли. Иные начинают что-то ставить. Иные безразлично, а другие пакости. Где дешевые блудницы, где там купить что-то, то есть мерзости всякие. И обязательно их легко обнаружить как. Я не знаю, с чем это связано. А там графы, когда они как бы регистрируются, самое главное, они зарегистрированы. Регистрируется город, где живешь, Москва, государство какое, Португалия, а штат какой, Калифорния, то есть куда угодно. Или остров Кука. Живу в Москве, остров Кука. Сразу видно, что лжет он, видимо, для того, чтобы власти не могли найти, или я не знаю даже. Вот. Почти все одинаково. И поэтому, когда регистрируетесь, на русскими буквами пишите, они все на английском. Потому что модераторы могут замести. Я уезжаю летом, прошу, здесь вот сестра Юлия смотрит, там Ольги наказать. Смотрите за этим. Они выставляют такие пакости иногда. Ежедневно я их уничтожаю. Обогряю руки кровью. То, что есть. Так. У нас открыт был, и теперь уже второй год, наверное, видеоканал, куда наши ролики, вот мы что записываем, вот туда выставляются. Там нужно составить плейлисты, то есть по темам, вот, занятия, собрания, богослужения, плейлист называется, как папка. Вот. Ну и некоторые люди, которые к нам заходят и говорят, я хочу, чтобы как-то это ставить, и чтобы мне не искать, оно ко мне поступало. Называется подписка. Ну, человек подписан на газету, номер вышел, и ему несут. И вот у нас подписался один человек. Представьте, он ждет, когда что-то выйдет. Надоело ему, он нас выбросил и закрыл почтовый ящик, и ни одного не осталось. Сегодня у нас регулярных подписчиков, то есть которые не уменьшаются, 675. 675, это не на газету подписано. А посещение у нас за это время прошло 185 875. Это на то есть там как-то Сергей посмотрел, там в другом месте посещение, и все, примерно 1 200 000. То есть это уже что-то. То есть известно. Так. И наших роликов поставлено видео 1539. Вот, что произошло, сказать, на прошлой неделе. Мне позвонили и сказали, это телестудия «Катунь-24». Я ничего же не знаю, телевизора никогда не имел. Оказывается, это последние новости, сообщают там по каким-то отдельным областям знаний. И звонят знакомые. Тепляков Сергей Александрович, он как-то во главе всех журналистов был. И Наталья Сохарева, это жена его. Ну и с ними оператор снимает где-то. Договорились со мной, и на 5 вечера они пришли. Ну, я Володе сказал, чтобы был снимать. Они с аппаратурой пришли, здесь были. Вот. К слову сказать, вчера мне они снова позвонили. Сегодня будут показывать в 11, и с чем-то, кажется, с минутами, «Катунь-24». Так что кто будет, мне они договорились, на флешку снимут и привезут. Прям привезут сюда, чтобы я взял. Вот. Вопросы, которые у них тема была такая. Тем, кому за 60, за 70 года мое богатство. Ну, они сразу на меня вышли. Все. Тут я подхожу по некоторым параметрам. Сколько лет это все записали. И их сильно интересовал интернет. Когда я в интернете, сколько времени, что тут есть. Про интернет вопрос за вопросом. Значит, для стариков это что-то значит. Ну, а когда я стал говорить, ясное дело, тут мы... вне пределов досягаемости. Вот я за 8 лет, не, с лишним немножко там месяц, провел при издании книг более 30 тысяч часов за компьютером. Я показал они, покажите сайт, покажите форум, видеоканал, все открываем. Будет уже сегодня вот, 1,5 дня, как мне установили, не приходя ко мне, ну Виктор, он знает, Петеримов там, тайм-вьюер через него, чтобы, когда Володи нет, и мне кто-то в скайп выходит, само сразу включалось, само снималось, и беседа закончилась, у меня ролик лежит готовый на столе. И уже 2 ролика таких я выставил.
И притом очень необычно. Вчера звонит кто-то, чтобы выйти. Я приглядываюсь, потому что я ему, если я ему отвечу хоть раз, да еще занесу сюда, он теперь все время может ко мне, когда нужен, не нужен. Я через лупу Алексей. Перебрал ни одного Алексея. Я скорее этот реестр, который выставляется, кто у меня есть. Алексея нет. Ну, звонит настойчиво. Решил, да. Юноша молодой, красивый, так понравился мне он. Открываю. И что же? Алексей, племянник мой. Он недавно у меня был, поехал в Москву из Новосибирска. Я почему нажал, потому что там написано Новосибирск. Тогда я понял. Оказывается, он в Москве. А почему на него, я так и не понял. И звонит моя родная сестра. Но там есть такое маленькое пунктик, говорит, вы предупреждаете людей, что ведется запись, чтобы люди потом, ну, не обижались-то. А я и забыл, что у меня запись, ты кого предупреждать-то? И она пришла с вопросами, вопросы все божественного характера. Вот, сказано Серафим Саровский, а где у него там найти? Там, ну, православные вопросы. Женщина заходит в алтарь, там монашка, а как это, какие правила? И я с ней говорю, и только в конце я говорю, да у меня же, я забыл сказать, у меня запись идет. Ну так вроде неплохо, там у тебя дома нет, мы позвоним, ты придешь и узнаешь, что тебе звонили. Да не то, что говорим, вот сейчас ты сидишь, и это будет ролик. Она сразу там принула, да что тут у тебя глупости какие-то говорила, да зачем, да Евдокия, ты хорошие слова говорила. Ну, заулыбалась, ладно. Я его поставил, утром встал, сегодня уже 53 посещения. 53 человека уже побыли на нашей беседе. Вечером я только приготовился спать. Обычно грелку там готовлю, чтобы уснуть. Но вчера в комнате более-менее под одеяло залез, думаю, сейчас надышу, тепло. Звонок, Володя сверху колотит. Давай там звонок. Кое-как дотянулся, звонит. Откуда? Из Германии. Кто такой? Ну, вижу, разговор затягивается. Володя сверху, с верхней полки скатился, снар с моих. Свет включает. Ну, давай, все. Скайп включать надо. У того человека есть скайп, оказывается, я должен дать ему пароль, потом его принять к себе в контакт, так и получилось. Человек ищет, как переехать из Германии, и прочитал про Потеряевку. По всем условиям подходит. Там, ну, 40, допустим, 2 года, не старый, там ребятишки четверо. Ну, что у нас написано? Не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. Я все расспросил. Все подходит. Но дальше началось то, что не подходит, когда по скайпу стали говорить. До того меня, ну, неприятно просто, что не подходит. И сдать я ему не могу. И он мог бы не один приехать еще, а там есть люди, которые есть. А что главное? Главное, что никогда не жил в сельской местности. Мы же не можем обольщать. Ты приезжай, тебе будут тут блины на столе. Их блины надо много работать, пахать, скотина ухаживать. Это не просто так. Это большой труд. Корове надо сено накосить, подать, вынести, зимой напоить. Да и летом оно тоже. Не работал ни я, ни никто. Ясно, что не подойдет. Ну куда это? Ну приехать, продать все и... Ясно, что делал, что не привьется. И жена такая же. Значит, нужно крепко молиться, чтобы Господь этого человека устроил, его звать Валерий Киселев. Валерий, чтобы дал ему направление где-то. Да пускай, мы не можем просто принять. Даже вот хочет, я должен сказать, не подойдешь ты, ты не приживешься. Корни не пустишь, слишком там каменистая почва. Даже все-таки говорить это дело. У нас самый посещаемый ролик оказался. Там, где я говорил о Кураеве, и Кураев поместил у себя в живом журнале. Пошла такая цифра посещения. Ну, у нас 300 за год какой-то ролик. Там 300 человек, это уже хорошо считается. А тут сразу, уже сейчас 18 547. На один ролик. То есть на один кинофильм 18 тысяч пришло. Другой, тоже люди как бы ищут тему. Я говорил о Дятлове. Группа Дятлова, 9 человек погибли. На нее 5248. А третью нам тему создал Пупков Сергей Павлович. Когда до сегодняшнего дня непонятно, заснул он за рулем, сидел когда, или потерял сознание, и я заглавил за доли секунды до смерти. В это время второй сидит, читает Библию, я через сиденье заднюю перегнулся, слушаю, и в это время вижу машину, а там глубокий, там как кювет, который идет рядом-то, прямо там мы кувыркались бы где-то-то. Что-то, и он туда-сюда на дороге, никакая встречная машина не шла, и мы потихоньку остановились.
Он взял палатку, ушел, упал там где-то и прочее. Ну, людям нравится, видимо, заголовок 5288. Все, а остальные, если 1000-2000 посещения, то это уже много. Ну, то, кто знает, и говорят, да ничего, это у вас неплохо приходит, люди. Главный эпиграф ко всем форумам и к этому, Псалом 118, стих 113. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Для православных, во свете Библии, православный библейский сайт, название, ни у кого не вмещается. Ну, библейский, понятно, что это сектанты. А православные библейские, это несовместимое. Православные, там сказали бы, там, серафимовский какой-то, кронштадтский, туда подошло. А то православный библейский. По сегодняшний день люди не могут никак привыкнуть. Но баптисты быстрее осмелели и говорят, это действительно православный, действительно библейский. Гляжу, некоторые православные начинают уже входить и говорят, да тут все и по канонам, и по Библии. Андрей Кураев ухватил только. Тут какая-то смесь баптизма и старообрядчества. То есть баптизм это православный, а строгость в служении, чтобы каноны не нарушались, это уже старообрядчество. Вот. По интернету голос наш увеличивается. Вот я написал бы, допустим, книги раньше, ну и все, они у меня на полке. Ну, ходили наши на площадь продавать, вернуться, ничего нет. Ну, один, если купит, там, книжку одну, сделали большие щиты, там, все книги выставляют. Да никому это не надо, сегодня люди вообще мало считают. А в интернете они стоят, только сказать ими не пользуются. Такой сделали формат, что его открыть никто не может. Пожалуйста, сделайте не в одном формате. С книгами... Надо тоже помолиться клиенту. Люди не могут вскрыть их. Обращаются как? Заказывают. На этой неделе у меня, кажется, два человека заказали по полному комплекту. А я их не продаю им. Я говорю, вы сначала ознакомьтесь, то ли будет. Да я уже знаю там, батюшка. Еще раз посмотри. Если вы полюбите книги, вот как сейчас у нас появился из Красноярска Соболев Юрий. Он преподаватель в университете и в академии. И... теологически как ведет там эти уроки, с детьми занимается. И церкви ему предложили подготавливать людей к крещению полным погружением. Вот он книги попросил, и теперь я, у него ломка идет полная. Что бы он ни задал вопросы, я только как книгам, как к энциклопедии, и ко мне задают вопросы. И вот с ними я переписываюсь. А их печатать много надо. Мне обидно, что мой труд никуда. Я переписываюсь, а все остается. Я их собираю, отдельный файл создаю, а администрация сделала только для администрации. Ну, 6, 8, 10, 15 человек больше не читают. Кто в администрации? Модераторы, там, помощники. Вот. И вот этот священник, который близкий нам сделался из Томска, город, не из Томска, а город Северск, там, в Томской области. Отец Сергий Дудин. И вот этот парализованный. У нас большая переписка. И все это под замком. И я начинаю с ними работать, говорить, ну представьте, такое сокровище, оно лежит, как бы его публиковать-то? Парализованный первый откликнулся, сказал, ну почему нет? Открывай. Я даю сигнал, в администрации пломбу сняли, теперь все видят. Второе, это было Соболев. Он также посмотрел, ну там давал он адреса какие-то, я убрать надо, я убрал. Тоже открыли. Вчера открыли последний, на священника вышел. Я к нему... просто боялся подходить, потому что он более уязвимый. Там были слова неодобрительные в честь кого-то, которые над ним имеют власть и могут его просто... Ну, мы помолились. Вот сверхнеожиданно для меня говорит, а что ж тут скрывать-то? Это наше все. Так сказать, перед Богом все уже сказано. И вчера я открыл последний. И у меня есть переписка с мусульманкой, переписка с сектантом, который стал православным благодаря переписке, переписка с православным, который стал врагом, переписка с одним каким-то, назвался он как бы католический или православный, и заканчивает матерками против меня. Я с матерками так и поместил его. Пришлось закрыть. И таких у меня файлов открыто 9 уже. Там с фотографиями все. Это нельзя никак было бы сделать без интернета. Когда интернета не было, у меня была большая переписка. Я каждый год в год отправлял 1200 писем. Вы понимаете, что это такое? Это 1200 конвертов. 1200 я должен отпечатать. 1200, у меня помощников нет, я один.
А теперь мы сразу выходим вы не человек, на тысячи и тысячи людей ежедневно, при том самые свежие новости. Все, что у нас есть. Мы коснулись того, чтобы то, что нам Бог дал, то, что мы занимаемся миссионерской работой, которая признана не нами, а на другом уровне, такие как Олег Стеняев, даже в нерасположенном ответе, и он подчеркнул необыкновенно успешную мою работу. А уж Прокураев, говорит, нет, назвал меня самым выдающимся миссионером в России в настоящее время. И по интернету все это разнесли. Я за такого звания за собой не знаю, это их, я это не рекламирую. Вот. Но у нас есть это что правильно. Дать, это действительно так. А как это дать? Когда мы с людьми встречаемся, то мы даем им визитки. Вы помните, мы отпечатали вот такие маленькие, и дальше здесь наклеивали, ну, в виде пальчиковые такие-то. Другие стали наклеивать на них скотчем, чтобы она не стиралась, и раздавали. Потом вот смонтировал вот так вот, опять же, Сергей Павлович. Почему? Он стоит на первом месте. Дальше Галина Кубайкина, сестра наша. Вот там еще идут кто-то. Кажется, Оля идет, Соклакова. Вот она сидит, повернись-ка маленько туда, чтобы видели. Попали они здесь. Ну, а здесь наш батюшка. И дальше там видно, Игорь Третьяков идет. Впереди его Наташа Приходько. Ну, очень хорошая. Игумен Игнатий Душиинов взял вот это изображение. Это Павел Безруков, Павел Федоровичница. Для книжечки, которая называется там «О крещении». То есть он во всем интернете нигде не нашел лучшего, чтобы показать, как надо крестить. Батюшка в воде сходит. Стоят люди, подготовленные в белой одежде. Вы знаете, как это было в клочках? Они эту брошюру продают, а там написано «По благословению патриарха Алексея II», то есть патриаршая. И кто-то сказал, говорит, так этот снимок-то сделан в Потеряевке. А священник там Игорь Чернодаров. Он тоже немедленно все смели с прилавков. Да это уже не ненависть, это одержимость бесовская. На Урале то же самое. А? На Урале то же самое, когда на сказали. Урале, понимаете, вот патриархия, с которой мы даже... Да мы не можем соглашаться со злобой сатанинской. Их брошюра, их игумен, благословение патриарха, но снимок они взяли. Мы им разрешения не давали, ничего, но не запрещали. Найдите порочное что-то здесь, антиканоничное в этой фотографии. Нет ничего, злоба. С нами связано самое доброе, они поносят. Это силой князя бесовского Вильзевула они делают. Они по-другому не могут быть. И вот у нас кончились, у нас были написано, вот такие вот, когда мы издавали. А на обратной стороне, вот сравнение даже можно будет сделать, вот. Наши занятия в университете, технический университет, приглашение. И они, ну, еще остались старые, а мы теперь не ведем там занятия. Я даже не знаю, видно это ли будет, нет. И на этой неделе, вот смотри, вот два. Поближе сделай. Вот это, которое, так, убери выше пальцами. Вот это вот была какая, вот это такая. Видите, она какая более яркая. Да. Какими буквами это тонко, мало написано, каким шрифтом, большим, какие телефоны. А на обратной стороне 10 строчек. Указан форум, mail.ru, детский лагерь и где сбор средств для благовестия. 10 строчек. Вот. Возьми, я вот старую покажу. Вот я положу на голове у тебя, не шевели только. Возьмешь ее. Дашь ему, на. Ну, давайте я поддержу. Давай. Ну и никак, сделать-то наши братья... Это старые. Просто не знаю, сделали бы или нет. За это дело добровольно берется парализованный, который лежит в городе Воронеже, Сергей Козлов. Ему отсылаем это дело. Он это все, Сергей там что-то написал, он выправляет и говорит, она у вас тусклая. Я говорю, ну как же она тусклая-то, да она же хорошая. Тусклая, ну и правда, ну, я же показываю вам, видите, какая разница-то. И какими буквами он сделал тут. И дальше вот здесь вначале, ну у него выпала точка здесь, потом опять к нему посылаем. А идти надо уже в редакцию, это, в типографию. Дальше забыли поставить, телефон Сережа не поставили. Володе надо, меня летом-то нету. В лагере-то. Опять к нему. И мы два дня мотали туда-сюда, Воронеж обратно. И наконец все. Окончательная версия. Ну и Сергей Павлович пошел заказать. А заказ, тут есть такая типография, спектр. Через
нее вышли все 38 книг. Они перезаказывают их. Они как посредники в Горный Алтай, Новосибирск, и своя на Титова у них была, типография, полиграфист. И там главный, кто с нами имеет связь, у них, как теперь она, видимо, директор, Бергерт Надежда Ивановна. Я начал фотографировать, да не надо, я некрасивая, она чем-то напоминает, Надежда Павловна была Егоренко. Примерно так, такого же. А для меня она красавица. Человек не внешним. Вот понимаете, вот на ней я прямо могу сказать, что внутреннее у ней это есть. И к ней идут и заказывают. Стоимость такой вот, кажется, если издают, они по рублю. Вот, а то раздавать, это не просто так. Договариваются за 40 копеек. Теперь заказывают Иван Ярмоленко, теперь, на 2000, это 5000 получается. Еще, я говорю, Сергей, ты еще тысяч на 5 доложи. Всего 17,5 тысяч рублей отдали. И она его сбавляет стоимость 35 копеек. Притом она сама-то не торговался. Нет, понимаете, какой человек. Делает дешевле еще. Ну и попросили брата Игоря Третьякова, он поехал. И они напечатали, кажется, в течение одного дня. Это 50 тысяч. 50 тысяч визиток. Они пришли, положили, все привезли. Я спрашиваю, все. Ну, понимаете, для молодых все, а для меня нет. Я, значит, знаю, сколько пачек посмотрел, одна выше, другая ниже. То есть я их сгруппировал, какие выше и ниже. Открыл сколько, в каждой 18 стопок вот таких пачки. И в каждой стопке, как посчитать, умножить надо. Володя садится и считает. Я пришел сюда, другая, пришлось мне самому сидеть здесь считать. Когда я посчитал, не хватает 18 тысяч визиток. 18 тысяч визиток, но это же не две, я могу даже сказать, вот, это на 6 тысяч 120 рублей, не додали, ну, я еще, я снова Сергею звоню, Сергей, все, все, уверены все, этот привез, ну, этот еще привез, и все, ему дали половину бы этих пачек, ну, ты на глаз-то прикинул бы хотя бы, ну, нельзя так-то. Я теперь набираю телефон и туда звоню, так, мы вас заказывали, да-да-да-да, а вот вы нам не все выдали, как не все, нам мы даже лишнее вам сделали, чтобы претензий не было. Ну нету, я сыну когда назвал, да вы что, я говорю, вы знаете, сходите в типографию, я уже делала к концу дня, пятница, она пошла, а тут 4 пачки лежат за станками рядом, они никому не нужны, ну кому, кто будет наши такие визитки-то, они никуда не нужны, тем более они на твердой бумаге, они нигде не нужны. Ну и тогда заедете, я говорю, не заедете, а вы привезете. И сын ее привозит. Надежда Ивановна, Слава. Вот я его не знаю даже, на кого у нас так похожи с чем-то. Вот может на нашего Никиту, он Устинова. Ну он только более так худощавый, у него вид такой есть. Вот человек, которому только быть верующим и быть проповедником. Вот какое-то как, знаете, благодушие, умиротворенность, ум, все на лице написано у человека. Это или семейная обстановка, ну, бывают вот такие люди, он ну, чистотой своей как бы приобретает уже, подходя. И он тут же мне их привез и сам носит, да не надо, я сам принесу. Даже в мире мы, написано, должны иметь корешки. Какие? Чтобы не иметь нареканий от мира. Чтобы мы не хуже их выглядели, не хуже их поступали. Чтобы не имели нарекания, когда руку полагает, хорошие отзывы были, а не так, что... Не знаю, куда от этих верующих прятаться. Так, вот это вот лежит на столе. Это вот отдельно пачка, я не буду пытать. Вот это вот нужно разобрать. Берите себе. Я посмотрел, как наши братья в прошлое воскресенье ходили, визитки раздавали где-то. Абсолютно не согласен. Даже двойку не поставил бы. Вот стали, допустим, там смотр собак какой-то там сдают, я не знаю, что там, ну собачья как выставка была, видать, на более низком уровне. Это где, как дворец спорта, что ли, где-то, вот. Ну и наши братья там в разных местах разместились, и каждому дают, кто-то смотрит, берет, кто-то... Они из этих 90% в снегу лежать будут. Ну вы хотя бы полминуты-то поговорите. Спросите человека, маленько тормозите, да мне некогда, он не нужен совершенно-то. Так, у нас православный сайт, у вас выход в форум есть, нет, вы интересуетесь делом Божьим и прочее. Да, вот здесь богатый сайт, на нашем сайте, скажите, 50 книг аудио, которых большинство нету нигде в мировой сети. Златоуста пока нигде нету, только наша. Мы вне конкуренции идем, 12 книг
жития святых, пять томов добротолюбия, Библия полностью с неканоническими книгами, архипелаг ГУЛАГ, ну море, кронштадтского беренщинина, все на нашем сайте. Вы человеку немного скажите, а дальше, вот видите, теперь форум и больше. Какой крест был мой с этим Сергеем Козловым туда-сюда, он сделал, и маленькое утолщение на концах. Это не надо нам убрать и сделать, чтобы вот такой был настоящий, чистый, старинный. И он все это здесь сделал, длину, чтобы на все было, и он так и сделал. Какого цвета? Парализованный! Вот у нас сейчас нужно, кто в интернете работает у нас, чтобы начали помогать, стоят вот эти, допустим, наши собрания, вот сегодня заснято, собрание, номер такой-то, людям ничего не говорит, а сказать, говорили об интернете, о создателях интернета, что было сделано, то есть краткое содержание, на какой минуте нужно сделать сопроводительное. Люди-то ищут по поисковикам. Вот сегодня люди ищут Кураев. Ну, Кураев где? Чаплин напал на него. Я зарядил Кураев, Чаплин, и правда Кураев, Чаплин. А рядом Кураев и Чаплин с комментариями Лапкина. Наш ролик стоит в этом ряду. Почему я вижу, быстро стали прибывать люди-то? Потому что люди ищут, закладывают слова, ключевые, по которым можно найти. У нас главные ключевые слова – это Библия, Слово Божие, Златоуст. Люди по этим словам ищут. Детский лагерь, но по таким. Мы должны переломить обстановку. Заложить вот оглавление на каждый сайт и занятия. Сайт, говорю, эти собрания. Собрание взялся один брат. Брат у нас был здесь, Михаил. Это не здесь, а Кемеровская область. Ну а вы-то где? Витязи. Ну кто желает? Мы просто распределим, займитесь скайпами. Скайпах, займи на скайпах. О чем? Чтобы человек пока скайп-то не будет, что просматривает. А скайп это 10 минут, говорит, на большее меня не хватило. Когда о Чаплине, Чаплин что говорит, я его останавливаю 102 раза. Примерно так. И даю разъяснение. И вчера гляжу, отзывы пошли. А это дедулька-то непростой. Не знаю-то. Да это дед-то кремень. Да он же положил Чаплина на лопатки, да и выдрал его. А другой выступает, да это же тяжелые снаряды, им никогда не оправиться от этого. Это впервые, говорит, встречаю в интернете, чтобы так основательно, фундаментально отвечали. На основании Библии, житий святых, канонов церкви. Я Чаплин говорит, и я просто говорю, что он за каноны не знает. Ну и дальше говорят, действительно, выход только один. Чаплину с Андреем Кураемом, что вместе воюют-то, и патриарха с собой взять, и поехать к Лапкину, Потеряевку. Он из вас, говорит, дурь там вытрясет. Советы какие дают? Мне говорят, патриарх все равно что-то будет знаком, раз такая там смута идет, и могут на нас натолкнуться. Невзоров вошел в наши, уже ответа сам не дал. Ну, видимо, подали ему такой ролик, где я положительно о нем отзываюсь. Но я не везде положительно вижу, что если он правильно, то он правильно и говорит. Люди-то выборочно, мы должны сопроводительный дать. Значит, договорились. Занимаешься сайтами. Зайди в плейлист. Разговор по скайпу. По скайпу. Вот как надо правильно. Разговор по скайпу. В наш видеоканал зайди. Видеоканал у нас называется «Во свете Библии. Открытым оком». Но вдруг открылся второй канал. Видеоканал Игнатий Лапкин. Иногда меня туда забрасывают. Оттуда нельзя не взять ничего. Но это мы уже и не уничтожить его нельзя. И как открылся, ни один никто не знает. Почему второй канал запасной? Видимо, надо будет наоборот теперь делать. Не перетаскивать, а туда перетаскивать. Чтобы двойной был на контроле. Я вам говорил, что о нас люди заботятся, чтобы не погибли наши материалы. Такой бы громадный сайт. Мы два сайта открыты в Америке были. Так? В какой стадии они? Скажи-ка, пожалуйста. Их уже нету, я так понял. А? Их нету, заблокировали их. Ну, продают имя. Мы совершенно забросили их. Мы для неспокойной обстановки. Но открыть мы можем, мы знаем, кто это доктор богословия открывал. Теперь он, который там платит. Вадим его звать. Ну, слышал, Вадим? Уже вспоминай. Вот что сейчас делает и помогает из Израиля, из Белоруссии нам сайт новый открыть. Это все Сергей Парализованный делает. Это... Он не может, он говорит, страшные боли неделю, то с кровью идет, из него все это откачивает. Показали, как у него трубка, как вставляет туда шланг. И все. У него полностью вот отсюда вот организм не реагирует. Даже смотреть страшно. Я посмотрел, готов заболеть был. Господи, Сергей, помоги, он Господи. Нуждается в нашей помощи. Он говорит, я уже как член вашей общины все знаю и с вами нахожусь здесь. Значит, вот это вот разбирать, а вот это вот штук по 5 на столе будет лежать. Подходите и возьмете себе.
я принес специально, чтобы показать. Ну и мы с собой будем брать, если мы поедем. Можете так, суть подальше. Вот эти вот, я сейчас, подожди, дам. Вы в руках держите штук по 5, отхлёстывайте себе. Держите. Маленько. По рядам. Ну, ты ездил, тебе 10 можно будет взять. На. Другим дай туда, на ту сторону. Дайте мне. Да. А можно 10? Да. Твои. Слава Христу. Если оттуда надо, возьми оттуда. Да там уже у вас старые. Да. Куда приглашать? Смотри как. Сразу уже. Ну, конечно. На высокую ступень беру. Так. У меня маленькие свои вопросы к вам есть. Я неоднократно уже говорил об этом. Мне нужны отходы с вашего стола. Вот я вышел на улицу сегодня, а тут бездомные собаки, представьте, такой мороз. Они лежат, лапу подняла, то ли отморозила, или что. Я сейчас стал им варить горячее уже даже. У кого-то заплесневая крупа, там что-то. Приносите, бывает со стола даже у вас жидкие каши какие, ну, не совсем пропавшие. Где-то сдвиньте в сторону, не дайте пропасть. И сюда принесите, я буду ставить здесь кастрюлю, наливайте. Я их до весны продержу. Собачки хорошие. Ну, кто не любит, я не могу заставить. А для меня рыбное для кошек. Ну, отходы, не говорю, что-то покупать. Голубей, воробьев я кормлю за счет барабаша, он мне отходы дает. Так. У нас недели 3 назад кончился лук. Я просто говорю, чего. Нет, я не прошу. Лук, ни одной луковки у нас нету. Если увидите, что мы с цингой заболели, скажете, эх, почему мы не услышали раньше. Я уже недели 3 хочу сказать, и все забываю. За столом только вспоминаю. Значит, сегодня вам в Катунь постарайтесь зайти после 11, что там есть. Сейчас, через час. Вот. Не успеем. На вечер. Какой не успеем? Да, скорее всего, да. Если вечером будет... Тут вот что еще. Наш сайт и наш форум, и наши видеоканалы, они отличаются от других тем, что мы даем. Как правило, везде, у кого-то роликов бывает тысячи и больше, он отовсюду берет, к себе перетаскивает. Мы не перетаскиваем, это наше. На сайте материалы наши, люди что-то образуют себе, они откуда-то берут. Мы тоже берем, на форуме берем кое-что. Ну, чтобы, я говорю о патриархе, значит, выступление патриарха Кирилла у нас многие. Андрей Кураев, его выступление Стеняев, его Дмитрий Смирнов, его Осипов, значит, его. И говорят, а что же это дедуля так не взлюбил этого лощеного Осипова? Все против галстука, против бритвы. А потом точки говорят, да, наверное, так и надо. Другой только услышал, говорит о бороде, больше я бороды не прикасаюсь. И обращается, смотрите, такой строгий знаток, там называет меня как-то. И он говорит о бороде как, но все же спасение в зависимости от бороды не ставит, кого-то там увещевает. Даже у Шлапкина такой неуступчивый в вопросах, если стоит на своем. А тут говорит, это не главное. Не главное, я допускаю спасение и бритому, но у нас вот такой дресс-код, такой дресс-вид одетый, ну, по форме. А другие начинают, одеты не так, это еще мусульмане, а сейчас начинают и говорят, да, я теперь узнал, Лапкина снабжает мусульмане. А вы заметили, как говорил? Говорит он букву Ш и Ц произносит. Это только татары, у него корни татарские, то есть я с Чингисханом родной. А он не знает, что у меня половина зубов-то нету. И Ш, ты послушай, как я раньше насчитывал. Ну, то есть... Где-то как-то вокруг ходят, и не этим надо заниматься. Мы в интернете, наш форум, он не для спора. Вот люди заходят, а ты как думаешь? Все, это у него тема. Не тема, а добавление. Следующее. Да я думаю, это все дальше. А ты маленько-то соображай. Три слова, все. У нас не так. У нас на ответ можно вставить 50 тысяч знаков. Понимаете, что такое? 50 тысяч букв. Вот он спросил про церковь, вчера один из Германии, из Америки. Ну, никто не отмечает, а церковь-то она вроде ему и не нужна. А я ему как выставил Илариона Троицкого. Вне церкви нет спасения. И он, гляжу, я не ждал, что столько, да я в дороге не прочитать, только дома буду считать. И утром встал, сегодня уже Америка ответила где-то. Ну, несмотря на это, все, больше не надо. Все подмечают, я никогда не спорю, я ему выдал. А один вышел, видно, 15 лет написано мальчишка, и прям сквернавец какой-то. Я сразу закрыл, такой шанс есть. Это не робот, он не зайдет никогда больше.
То есть надо очень смотреть. Я уезжаю, здесь у меня главный вот, супермодератор Третьякова Фатеева Юлия, Юлия. Ее время от времени напоминайте, ей кто-то должен помогать. Меня интересует, чтобы пакости не было, речь идет о форуме только. Только о форуме, ну и, может быть, в Mail.ru зайдут где-то. Так, что еще вам не сказал? Давать, вот это главное. Мы в интернете находимся, говорят, ну подсел на интернетную иглу. И название какое? Интер, международная, а нет-сеть. Она тащит, и там мусора, там всякой бяки, там мертвецов, она все гребет под себя. Поэтому умею обойти. Меня это не касается. Я самое доброе должен найти. А доброе вот это то, что мы людям даем. Куда ни обратись, везде. Ну, заряди мое имя, фамилию, и там весь интернет буквально. То, что я насчитал. Я говорю, а что так часто встречается, где я насчитал? А это разные компании, разные там. Иногда меня приспосабливают, где я. Одни там Библию критикуют. Теперь нам это легче делать. Они не критикуют, а ну вот так. Объясняю. Но нам помогает Игнатий Тихонович. И так, включает ни звука, ничего нет, как будто я рядом с ними сижу и считаю. Я читаю. Так, Игнатий Тихонович, ладно, сейчас мы дальше объясним, потом почитайте. Это, видно, что люди, которые неверующие, ну, они нигде не хулят, а просто говорят. А вот Ной был такой хороший дедушка, упился-то. Вроде не мог шить себе настоящие брюки, разбросался, все видно-то. И внука-то наказал, и Ханаана-то, и сына Хама-то. Какой он злой. Ну ладно, Игнатий Тихонович, что теперь сделать? Считайте дальше. И дальше я считаю, а меня там и нету. А люди это некоторые начинают, кому он помогает там. Это интернет, называется виртуальное. Виртуальное, то есть его нигде нету, пощупать никак нельзя. Если мне раньше нужно было снять копию с катушек насчитано, то оригинал, если я его с него все время снимаю, он стирается, он уже не будет таким оригиналом. Поэтому с оригинала я всегда делал запасных. Первый пока свежий, 3-4-5 оригиналов. Один стирается, я тогда с другого. А которые здесь на магнитофоны, те еще похуже. А здесь один к одному. Какой бы ни был у меня хороший голос, его нельзя ни увеличить, ни уменьшить. И вид такой, какой есть. Вот, для меня это было странно, я же столько лет на магнитофонах работал. Ну вот что сегодня я хотел сказать. Это день особой благодарности Богу, что Господь нам позволил. Вот у меня в Mail.ru 6225 друзей. Друзей, на которых, ну это такой виртуальные друзья, могу рассылать. Рассылать то, что получается. Сейчас, правда, тогда одним щелчком можно на 10 тысяч посылать, а сейчас только фотографии можно так посылать. Тогда я приспособился так, что нужно сказать, я крупно пишу, у меня фотоаппарат, ну, я фотоаппаратом снимаю этот лист, делаю его в фотографии, и теперь фотографию распространяю тогда, когда мне что-то надо сообщить. А по-другому не пропускает никак. Ну, пока меня не бьют за это. Ну, я что говорю, там ставили то-то. Вот, такой-то у нас здесь есть ролик. Так, вот это вот лежит на столе, и вот это вот можете, ну, разобрать. Вопросы? Или кто желает что-то сказать? Давай. У нас, напоминаю, проходят занятия по Слову Божию. И вот последнее занятие, благодаря интернету, проходили у меня дома. Брат Игорь был, Володя, Надежда Васильевна, Тарас, вот он постоянно ко мне ходит. Не выходя из дома, присутствовал с нами Игнатий Тихонович, присутствовал брат Лены Политыкиной, Максим из Бийска. И Любовь Фатеева, Николаевна Фатеева. Вот, значит, запомните, среда, 4 часа. Вот, я попытался все это заснять, у меня это ничего не получилось, к сожалению. Нужен один человек, который бы оплачивал, когда все могут, всех видно. Вот эта услуга платная, хотя бы у одного должна быть. У меня предложение сделать это у Игнатия Тихоновича, потому что у него и камера хорошая, и он бы мог бы, вот... Можно ходить на занятия по Слову Божию и приглашать людей, не выходя из дома, не тратя время на переезды. Вот благодаря интернету есть такая возможность. И эту возможность нужно использовать по скайпу. У кого есть скайп,
пожалуйста, милости просим. Вы поняли, о чем я начал говорить? Молиться за Тимофея, Тим Бернерс-Ли. Ну и попутно за то, что телефонами пользуетесь, Мартин Купер. Запомните два имя. И Тимофей Ха. Мы должны быть Богу благодарны, что такие люди у Бога есть. Да, они не православные, да тем более в укор нам это все. Тем более наш голос слышен, вот, ну мне бы сказали раньше, при советской власти-то, что ты можешь подняться где-то и говорить. Но это для меня это делали, больше я никого этого не видел. Вот я стою на вокзале, ну и на вокзальной площади, в советское время-то, понимаете, там вообще нельзя было. Но тут как-то Бог так делал, то, что я вел занятия во всех отделах милиции уже тогда, при советской власти. Я в это время говорю, а люди говорят, да ты перейди вот сюда повыше-то, я повыше перешел там, как понимается, а тот говорит, ну там народу-то больше, тебя не видно, а на которой развозят тележка почтовая к вагону-то, подкатили тележку и меня в тележку в эту. Я с этой тележки стал говорить, ну сразу побежали в милицию там, такой-то там, что сказали, гляжу, идет офицер. Я его даже сразу не увидел-то, говорю, вот он где, милиционер подошел сзади, так, товарищ, вы еще тут... А, извините, пожалуйста. Так, ну ладно, говори. Это линейный отдел, майор, с которыми я веду занятия. Там прекрасные люди, милиция. Я не боюсь говорить о милиции, что там прекрасные люди служат. Я много лет вел с ними занятия. А этот, который привел-то, еще и нет. Я в вагоне проповедую, однажды так было. Ну, говорю, люди задают вопросы. Ну, и кому-то не понравилось, не понравилось. А он маленько выпивший мужичонка-то. Че я ему не понравился-то? Он пошел, милиционера привел. А милиционер ехал. Милиционер сел и решил послушать, прежде чем меня забирать, кутузку-то. А этот сидит и на него смотрит, ну что, не реагирует-то? А милиционер забыл, зачем пришел, сидит и слушает. А этот мужик-то, ну, ты, наверное, сильно уже устал, бутылку подает там с лимонадом, попей, у тебя горло пересохло. Милиционер, ну сядь на место. Маленько погодя, он не понимает, что поменялись ролями-то. Он привел для себя. Он привел мне охранника. Он еще раз сунулся, милиционер... Я сказал, сядь, иначе я сейчас выведу отсюда. Ничего не имеет. И этот сидит пьяница, слушает. Вот как Бог делает. В интернете та же самая обстановка. Но не все там как благополучно. Вот, там сколько-то, 2800 человек ВКонтакте на мою табличку выходит, а я туда не захожу. И работает. И если кто-то жалуется, ну там, допустим, 200 миллионов, представь, 200 миллионов ВКонтакте. Если двое или... пятеро согласятся нажать, жалуемся на такого-то, жалуемся, то меня заблокируют, но заблокируют на неделю. И вот первый раз, значит, пожаловался священник, но потом он, когда обратился, он разблокировал, говорит, я не разобрался, они говорят, это другой, наверное, докажите, вот такие дни, такие часы, где вы были? Выходили вы первый? Говорит, да, я выходил, то-то, и они разблокировали. Но вот на нас напали другие, и только что блокираторы у них там, ну, это, обманщики, они должны показать, что именно. Вот меня один раз только блокировали форум. Мне прислал один архиепископ материал с Украины. Ну и там, видимо, против Путина было что-то. Я даже и не прочитал. Я его поставил. А материал был на учете. Мне сразу же раз и заблокировали. А когда я стал говорить, у вас какой материал стоит? Да я говорю, ну вы его поставили. Если бы тот поставил с Украины, а то он мне переставил. Я, конечно, ссылаюсь на него, но поставил я. Я чего мог сказать, только не буду больше. Дядя, прости. И они все это сняли, помню, кажется, Виктор, брат Виктор, вот Петеримов, он тут ведет у меня всю, сказать, эту работу по этому. И меня разблокировали. Я сам-то ничего не могу. Вот. Я за интернет не плачу. За меня платят благодетели. И там год проходит, и чтобы можно было резервную копию делать, надо платить доллары. Я гляжу, два дня назад у меня... зеленая полоса за половину зашла, теперь ее нельзя. Когда копия, то она в два раза должна увеличиться, она не входит-то. Сразу сообщили, кому надо. Вчера гляжу, эта линия подвелась, я говорю, а кто? Нашелся человек этот, который за оплате тоже заплатил. И почему-то только долларами. Опять все это сделали, опять я работаю. На неделе приходит, у меня что-то неладно было, приходит техническая помощь с телекома. Здесь внутри все хорошо, зашел. Ну нормально, а мы с одного модема трое. Работаем. Три. Компьютер работает. Воздушка, линия. Где-то что-то он поделал тут, но телефона. На день хватило. Опять вызывает. Эти люди работают, деньги не берут. Даже не знаю их сказать, Господи, кто облегчает нам жизнь, как шахтеры.
спаси их и помилуй. Ложись спать, вспомни о милиции охраняющей, о пожарниках, которые жизни рискуют. У тебя молитва будет полная, красочная, целая гамма цветов. И через интернет многих можешь поблагодарить. Вопрос. У меня вопрос. Вы говорили, что единственный епископ, который заступился за Андрея Кураева, оказался наш епископ Евтихий. Да. Я стал в интернете искать эту статью, нашел, что он, я опоздал, то есть он 16-го выставил, а потом попозже, где-то числа, наверное, 21-го, написал, что я отрезвился и убрал. Ты это второе говоришь, Сережа, надо первое рассказать сейчас. Вот я первое не нашел. Ну, первое я тебе расскажу. Расскажите, пожалуйста. Ну, так, продолжишь второе. Да. Первое так. У них был там архиепископ, а потом стал митрополитом, теперь на покое Феодосий, Просюк, или как-то его фамилия была. И он был замешан в непристойностях, о которых говорит, говорится, право брачной ночи первого дня, иначе диакон не поставишь. И вот тогда от него 6 священнослужителей ушли, тогда вот зарубежная церковь-то, и брат наш ушел. И они написали жалобу, и приезжал разбираться митрополит Иоанн Снычев из Санкт-Петербурга, с Ленинграда. И ничего не сделали. Говорит, ворона ворону грац не выклюет, и пес на свой хвост не оправится. Вот здесь пословица сработала. И они ушли. А вот теперь-то кто ушел-то? Евтихий среди них был. И когда Евтихий увидел, он просто ненавидит вот этот грех-то, который говорит даже, произносить-то страшно его. А он есть, раз уж говорят так открыто. И он сразу из всех епископов в епархии, только один, и притом на покое, который поддержал Андрея Кураева. Один-единственный, это Евтихий. И в прошлый раз отец Аким был, ему позвонил его брат Михаил, священник, и говорит, брат это, Евтихий, это вызвали в Москву на разборку. Патриархия никого не терпит, где кто на пути, она сметает и сжигает, и перемалывает. Представьте себе, выступил, я, говорит, за Андрея, вынимаю частицу из просфоры. Ну, что твоя эта частица просвора-то, любой мирской-то, но перед Богом это значимо. Верующие знают, если за меня, ну, мы верующие, православные христиане, это особая милость услышанным быть перед Богом-то. Его вызвали, видимо, на разборку, подробности не знаю, но уже опасения были. А он-то теперь епископ, но только у него ничего нет, а он, как сказать, настоятель Богоявленского там собора. Его могут даже оттуда убрать-то. И когда он вернулся, я не знаю, он уже честно или нет сказал, но я вижу, что меня столько похвал пошло, еще один лауреатом поддержал его. Это не относится здесь, в другом месте, за границей. Вот. А это тщеславие, это похвала в глаза, это как укус змеи, там Златоуст он взял, и прочее. Я поэтому убираю, что было раньше. То есть я не просто убираю из-за того, что испугался, и ну, я не знаю, какие мотивы, но он говорит из-за того, что я не люблю, чтобы славу мне воздавали, поэтому я убираю. Вот оно как было. Значит, Евтихий всегда в наших молитвах, и мы ему благодарны будем не до его гроба, а до нашего гроба. Как бы не он, нас бы не было. 13 лет он нас терпел. Для духовного роста нашего он ничего не сделал, чтобы побуждать. Но он не препятствовал и не зарубил. Угрожал батюшку запретить, меня отлучить, когда за русский язык мы говорили, на русском языке что было. Это у нас его бумаги остались. А потом он сам встал за русский язык. И один писатель писал, да надо додумать, как Лапкина сумели уломать-то епископа. Он же был так против русского языка, и вдруг, да Бог это делает. Так что мы Евтихию низкий поклон до земли и благословение им всех. Да. Да. Ну так, я так и не услышал, что он написал в защиту Кураева, что удалил. А что, он ничего не написал, только давно пора было бороться с этим голубым и проще. И вот за него вынимающий частицу. Ничего он не написал. Но само то, что он не вместе со всеми, не наш, они рубят, то не с нами, тот против нас. Патриархия – это самая безжалостная организация, какая есть сегодня в России. Это, говорит «Комсомольская правда», самая страшная мафия – это патриаршая мафия. Это «Комсомольская правда» пишет. Вы еще не знаете, какое здание они могут выстроить, если только Путин пойдет и дальше, как Ельцин на поводу. Не пикнут нигде, все под контролем будет. 14 правил Уголовного кодекса не хватит, чтобы гнобить остальных, кто не с ними. Вот здесь прав на 100% Невзоров Александр Глебович. Патриархии нельзя давать власть, она должна заниматься божественными делами. Что интересно, патриарх Кирилл уже неоднократно выступает, что нам связь не нужна.
А они как-то, которые плесуни-то там были, постирай-то. Их называют постирай сегодня, постирай. Вот они как раз, там у них слова такие есть. Там поп с погонами там ярощекиста, как мы называем, и прочее. Чтобы они отошли от этой власти. Это никому не нравится. Никому. Что приоритет отдается православной патриаршей церкви. Я это свидетель. Где мы не ездили, а мы думали баптисту. Прямо хрумовый. А узнают православные из ФСБ, руки нам жмут, провожают, фотографируются с нами уголовный розыск. Я подумал, ужас, это что нам будет за это? Перед Богом-то. Для царя, батюшки, мы все одинаковые должны быть. Повторяю, это не теократическая Греция. Так, Игорь, что ты хотел сказать? Да я хотел сказать, вот отец Константин вышел опять на связь. Он вернулся из поездки своей, вот это Екатеринбург. Наших братьев он там, ну, встретились, они туда приехали, Андрей и Володя. И он говорит, мне, говорит, они так, говорит, понравились, говорит, ну, и сказали они, что еще приедут, говорит, я очень рад, говорит, что у нас там такие братья, говорит, появились, это, ну, кто, в этой общине его. Ну, в общем, он очень хочет, давно хотел познакомиться с Игнатием Тихоновичем, с батюшкой он-то знаком. И вообще он хотел бы увидеть общину нашу, посмотреть. То есть его это очень интересует. Он сам любит Слово Божие, занятия ведет везде, где можно. Ну и самое интересное, то, что все это он делает по нашему трехтомнику. И там какие-то у него, может быть, есть несогласия. Вот как раз это надо все, чтобы у него выяснилось. Там у них маленький такой пунктик у этого архиепископа Пасечник, как его, забыл. Тихон. Омский, Тихон, да. У него, он очень любит старообрядчество. Ну и то, что вот Игнат Тихонович как-то со старообрядцами вот эта связь была, это тоже очень импонирует, что там двуперстие, все это. За двуперстие там они готовы, горой стоят. Но, как говорится, это все такой вопрос, ну, не принципиальный. Но, однако, все это все-таки есть. И там у них богослужение тоже, они очень любят старообрядческого там добавить. Ну, чего там добавить, я не знаю, я сам не знаком с этим богослужением. Что-то там читаются какие-то молитвы просто дополнительные, и все. Больше их там. Ну и такое. И он как бы просит молиться, да не как бы, а просит молиться, чтобы в день подобрать, когда ему приехать можно было. Он бы хотел, чтобы и батюшка тоже как бы, не как бы, а благословил, ну или как бы благословил. Ну с батюшкой договориться, выписать график, какие они бывают, и сказать ему вперед, сказать такое, такое, такое воскресенье. Чтобы батюшка здесь знает, как бы у него граф. Полный набор был всего, ну, все нашего благочестия. Константин, какой? С севера что? Он с Красноярска. Так, если ничего нету, я только в конце напомню. Когда на улице видите, что холодно, вспомните мои слова. Отходы принесите сюда. В вареном виде, не в вареном, там полужидком, но чтобы как каша была. И здесь будет стоять кастрюля, мне будете убивать. Я подержу собачек. Я же с собачкой-то разговаривал, как они меня сопровождали, какие они. А они прям вокруг меня тут. Ну и для кошек, какая они нужны. Маленько подпорщина или что-то не соленое, конечно. Если вопросов никаких нет, мы за стол сейчас помолимся и поблагодарим Бога, что так много нам Бог дал, и так много. Мы готовимся к благовестию, уже начинаем, наверное, вот-вот начнем прямо готовиться, реально, чтобы нам выслали приглашение с Германии. Она согласилась валить на одна на троих выслов. Это ей деньги обходятся. Ну а дальше, ну, у меня встреча уже почти спрашивает в Санкт-Петербурге, уже несколько человек, чтобы собрать людей. Вот. Другие во Франции, даже в Португалии, в Италии, то есть какие-то наметки есть. Это будет самое длительное, самое продолжительное по расстоянию. И если после этого будет у нас на следующий год, это последнее будет, потому что больше у нас ничего и нет. Только тогда работать уже где-то по северу, или там за Москвой, или поближе. Заграничные паспорта можем в архив сдать, если мы вернемся благополучно. Во славу Божию. Поблагодарим за стол. Очень воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую.
чую Богородицу тебя величаем. Господи Боже наш, мы просим во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего, услыши наши тайные воздыхания и молитвы. И о чем мы говорили, прими нашу благодарность. Сколько добрых людей, помощников ты послал нам. Ты их благослови, Господи. Некоторые так боятся, что не желают даже, чтобы их имя произносили. Вразуми тех, которые наводят этот нечеловеческий страх. Лютые волки, не щадящие стадо. Пощади их, Владыка. Дабы они не говорили превратно, чтобы увлечь учеников твоих за собою. Освяти дары, посылаемые тобой. И сохрани нас, и форум, и сайт, все, что у нас есть. Дабы это сокровище послужило для славы Твоей. Мы просим не для себя, а для славы Твоей. Хвала Тебе, наш Господь, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну, видите, у нас попросили сестер немножко обед приготовить. Садитесь. Так уже такой день у нас. Ну, может, отдельно не едят, когда сядут, мы это еще продолжим. Так, давай, вынеси. Миша, возьми. Вот, возьми здесь.